На протяжении 12 лет численность бедного населения в крае держится в среднем на отметке в 200 тысяч человек и более. Несмотря на внедрение различных инструментов в борьбе с нищетой, социальных выплат гражданам, помощи в трудоустройстве, содействия в получении квалификации, численность бедняков ужасающая. Если даже человек находит себе работу, заработная плата в большинстве случаев очень низкая. За это нужно сказать спасибо Министерству экономического развития, ибо несоответствие уровня зарплаты, стоимости продуктов, платных социальных услуг, медицины, логистики видны большинству забайкальцев, заработка которых едва хватает, чтобы оплатить все вышеперечисленные пункты. Проблему признают в Министерстве труда и социальной защиты населения. Действующая система оплаты труда требует значительного совершенствования. Осуществляется сегодня поиск решения проблемы дифференциации в оплате труда, в том числе с изучением и сравнением с действующими системами оплаты труда регионов нашей Российской Федерации. Общая потребность в деньгах на эти цели более 9 миллиардов рублей. И не факт, что эти деньги помогут вывести 200 тысяч человек из бедности. Кроме того, опустошают и так тощие кошельки забайкальцев и многочисленные налоги. А это заставляет некоторых жителей региона уходить в тень и зарабатывать неофициально. Два прошедших года очень остро вскрыли проблему теневой занятости. Из 52 1800 человек, обратившихся в органы занятости в 2021 году, более 16 тысяч человек не имеют привязки к ОКВЭД по предыдущему месту работы. То есть это граждане либо никогда не работали, либо были трудоустроены без оформления трудовых отношений. Актуальным остается и кадровый голод. Регион остро нуждается в специалистах разных сфер. Причина дефицита кадров банальна. Забайкальцы бегут из края в поисках лучшей достойной жизни в другие регионы. Наибольшую потребность экономика края испытывает в квалифицированных рабочих и служащих. 37 200 единиц от общей потребности составляют именно квалифицированные работники и служащие. Доля потребности специалистов высшего образования составляет 15%, и потребность специалистов среднего звена более 18%. Отток населения провоцирует острую нехватку высококвалифицированных кадров. Но самое страшное, что безработными остаются не пенсионеры, а вполне себе молодое и здоровое поколение. Но также нужно отметить, что по возрасту преимущественно это безработные граждане в самом расцвете сил, в трудоспособном возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие профессионального образования. По оценкам, на конец прошлого года каждый пятый забайкалец живет за чертой бедности. Это более 202 тысяч человек. Ситуация страшная. Какие же решения предлагает нам губернатор Осипов? Ведь помимо проблемы, он в этой грустной истории видит какие-то возможности. Конечно, с одной стороны это проблема, с другой стороны это возможность. Задействовать такое количество людей эффективно, производительно – это огромный вклад и огромный рост экономики. Это другой уровень спроса из кошельков этих людей, которые поддерживать могут мало, среднее предпринимательство, социальную сферу, платные услуги в социальной сфере. С этих слов начинается самое интересное. Глава региона предлагает переселить бедных людей. Только вот откуда и куда? Проблема региональная, и в этом случае смена мест роли не сыграет. Однако наверху уверены, что это вполне себе простая и выполнимая идея. Где, каким образом нам необходимо перезанять этих людей? Где они живут, как создать рабочие места, занятость там, высокопроизводительную, хорошо оплачиваемую? Там, где это маловероятно или невозможно, признать это, поработать с населением и понять, где, куда могут быть перемещены эти люди, если есть такая необходимость, куда может переехать та или другая семья, получив гарантированный доступ к работе. Таскаться с чемоданами и детьми по Забайкальскому краю в поисках лучшей жизни – идея так себе. Регион с приходом крупных компаний по добыче полезных ископаемых негласно превратился в вахтовый субъект с привлечением квалифицированных специалистов из разных концов страны. Просто потому, что в Забайкальском крае таких нет. К слову, вахтовый метод работы практикуют и в самом правительстве. И пока приезжие заместители губернатора пишут радостные посты в Инстаграм об очередной продуктивной для региона встрече, о развитии туристических карт на территории Забайкалья, о крупных инвестиционных вливаниях в фонд развития Забайкальского края, каждый пятый забайкалец по-прежнему продолжает жить за чертой бедности. Виктор Соловьев, ЗапТВ.